Копить дальше, да. Весело, весело. Так. Моя... Опа, опа, опа. Да, сейчас будем купить снова. Да, весело. О! Клония 4 полетела. Так, понятно, понятно, понятно. Говно. Оп. Интересно, что дальше будет. Ой, бляха-муха. Угу, понимаю. Понятно, говнище. Опустошитель. Прямо за вода. Так, погодите, опустошитель. Чего? Сейчас посмотрим цену. У меня тут открыто. Да не верю я. Так, 9. Это ведь ТЭК-9, да. Он, по-моему, у нас не тайная, он, по-моему, засекреченная, да, он засекречен. Опустошитель. Прямо с завода. Ага, нет, опустошитель сейчас, смотрите, ребят, стоит 1191 рубль. 1191 рубль. Косарь 200, грубо говоря. Ха-ха-ха, нас тут немного обманули. Ладно, я его оставлю, какой-то очень редкий стоит. Тут цены настоящий ряд уже. Ну да, это так и стоит, немного поношенное. Это мне не нравится скин. Я... Так, где я остановился тут? Так, это не то. Нет, только нам не надо. Вот так удобно будет. Ай. Угу. Вы так. Пытаюсь уроки сделать и видео заснять. Я гениальный, еще не видел человека. Да, ну билеты. Ну, нет, только нам не нравится. Так. О, вот смотрите, можно бесплатный контейнер открыть. Смотрите. Нам если выпадет нож, значит мы уже пошли. Нет, он говно. Чего? Чего? Я не понял. Не, девсинка. Сейчас посмотрю, ребят, цену, я не верю. Так, это негив, да, у нас? Негив, 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 негив. Так, а как он называется? Оно Дизневи? Чего? Негив, вот, синька. Он у нас тут немного поношенный. Так, немного поношенный. Это армейское, надеюсь, качество. А? Серьезно? Армейское качество. Он 2700 стоит. А я сейчас охренел. Продаем. У нас деньги на нож есть. Давайте еще один кейс откроем, что. Весело будет. Ребят, он серьезно. Вот начальная цена 7800. Я сейчас одного не понимаю. А есть люди, которые это все покупают? Допустим. Угу. Допустим. Давайте не их. Вот допустим. На, вот тайна. Вот тайна. Сейчас посмотрим. Угу. Я сейчас думаю. Вот. Да.
И снеги за 45 косарей. Шанс то, что его купят, маловероятен. Ой, сейчас надеюсь, что интересненькое. Конечно. Глок. Еще один глок. Прямо с завода. 48 тысяч рублей. Ребят, видите, я уже по логике могу купить, но уже, да. Я могу сейчас навах купить. Вот видите, я уже накопил себе. Вот так, если вы будете, кто-нибудь вот так будет копить. Да. Я вам доказал то, что... Игру с мыслями о том, что ты в нее... То, что это все реально, ребят. Реально накопить на этот нож. И то, что некоторые говорят, то, что вот по два, по одному золоту, это все так-то из кейсов. А вот из таких подарочных можно вообще нормальные скины, видели вы.